Бомба к тебе. 2022 года на телеканале ТВЦ состоялась премьера сериала «Слепой метод» с Дмитрием Исаевым и Яниной Соколовской в главных ролях. В центре сюжета Ксения Воронцова. Она устраивается работать сиделкой к полковнику Анатолию Акимову, бывшему начальнику следственного отдела РУВД, потерявшему зрение в ходе неудавшегося покушения. Акимов обманом заставляет Ксению помочь ему подставить человека по имени Сергей Иванов в убийстве, которого он не совершал. Также в картине снялись Максим Виноградов, Инна Сопина, Михаил Дорожкин и другие. Режиссером проекта выступила Кира Ангелина. К сожалению, второго сезона сериала «Слепой метод» не будет. История завершена. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.